УС открыла продажу групповых билетов на осенние каникулы, как заказать. Укрзалезница открыла продажу групповых билетов для детей и взрослых на период осенних каникул. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на пресс-службу АО Укрзалезница в Facebook. Самые популярные рейсы. ВУЗ рассказали, что фиксируют рекордные показатели по оформленным групповым перевозкам для детей. Так, недавно открылись продажи на осенние каникулы, и уже на первый день массовых путешествий школьников, 25 октября, оформлено около 3000 пассажиров в составе детских групп. Самыми популярными школьными рейсами стали поезда Ужгородского направления 81 и 29 через горный курорт Славская с более чем 500 детьми в сутки. Поезд 91 Киев, Львов, за первый день было получено 11 заявок, поэтому его пассажирами станут 347 детей и сопровождающих. Поезд «Стефания-43 Черкассы», Ивано-Франковск, с 307 школьниками. Пост скриншот, Фейсбук, Комак Розализниця. Как оформить заказ групповых билетов? Оформить заявку на групповые перевозки школьников и их сопровождающих можно заранее. Для этого необходимо воспользоваться соответствующей формой на портале УЗ. При заказе групповых билетов необходимо будет указать, среди прочего, персональные данные заказчика. Станцию оформления билетов. Информацию о поездке, откуда, куда именно и в какой день планируется поездка. Информацию об обратной поездке желаемый тип вагона, информацию о группе пассажиров, детей, студентов, взрослых, льготников. На сайте отмечается, что минимальная группа 10 пассажиров. Срок подачи заявок от 35 до 7 дней до отправления поезда. После подтверждения заявки онлайн-сервису Будет ожидать квитанцию об оплате резерва, в течение ровно 48 часов без квитанции заявка автоматически аннулируется. Уточняется также, что групповые заказы на международные рейсы временно можно оформить только на рейсы в Кишинев, Хелм, дарахуска перемышль при этом приоритет предоставляется социальным группам населения. Онлайн-форма заказа групповых билетов, скриншот, сервисы, ус, гов, ю и Ордер. Как можно купить другие билеты ус. Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно физически, в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно, онлайн. В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было также запущено специальное приложение Украинская Залезница, доступное для всех пользователей на App Store и Google Play Market. В мае 2024 года стало известно, что АО «Укрзалезница» запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд. По словам председателя правления компании Евгения Лещенко, обновленный продукт был запущен, в частности для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт. В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через ДЯ. Птпис, подчеркнул он. В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт Укрзалезницы был запущен в бета-режиме, так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно для комфорта всех пользователей. 2 октября ВУЗ сообщили, что старый сайт был закрыт навсегда. Теперь билеты на рейсы Укрзалезницы можно приобрести на новом ресурсе. Читайте также, как выглядят обновленные плацкартные вагоны УЗ, в которых уже можно ездить, и что известно о строительстве новых вагонов Укрзалезницы.